Вкусное диетическое блюдо, которое придется по вкусу взрослым и детям. Я подавала тефтели в томатно-сметанном соусе. Но вы можете приготовить тефтели из кролика в любом другом на ваш вкус. Нежные и сочные тефтели украсят повседневный или праздничный стол. Подавать блюдо можно как самостоятельно, так и с любым гарниром. Соус можно приготовить любой на выбор. Тефтели можно приготовить не только на плите, но и запечь в духовке. Рецепт простой, но очень удачный, берите на заметку. Кролик, 500 грамм, мякоть. Лук, 1 штука. Чеснок, 2 зубчика. Молоко, 150 мл. Батон, 50 грамм. Сметана, 100 грамм. Томатная паста, 1 столовая ложка. Вода, 2 столовые екона. Лавровый лист, 2 штуки. Растительное масло, 3 столовые ложки. Мука, 3-4 столовые ложек. Соль, по вкусу. Специи, по вкусу. Количество порций, 8-10. Подготовьте все ингредиенты. С хлеба срежьте корку, раскрошите мякиш руками и замочите в молоке. Кролика разделайте, если необходимо, и измельчите мясо при помощи мясорубки или блендера. Переложите фарш в глубокую миску, добавьте отжатый хлеб, тертую на крупной терке луковицу, пропущенный через пресс чеснок, соль и специи по вкусу. Тщательно все перемешайте. Сформируйте из фарша тефтели и обваляйте их в муке. Обжарьте на сильном огне с двух сторон до румяной корочки. Переложите тефтели в кастрюлю или сотейник. Отдельно соедините 1 столовая ложка муки, сметану и томатную пасту. Добавьте воду и соль по вкусу. Готовым соусом залейте тефтельки, добавьте лавровый лист и тушите на небольшом огне около 20 минут. Тефтели из кролика готовы. Приятного аппетита!